Қарауымыздан фарағат. Қарауға. Ол! Кетсаға! 2 апреля состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую республику вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов эмира Дубая его высочества шейха Мухаммеда бин Рашида Аль-Мактума. На площади, где развивались государственные флаги двух стран, в честь уважаемого гостя был выстроен отряд почетного караула. Начальник отряда почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев встретил вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов эмира Дубая его высочества шейха Мухаммеда бин Рашида Аль-Мактума. Начальник отряда почетного караула отдал рапорт его высочеству шейху Мухаммеду бин Рашиду Аль-Мактуму. Прозвучали государственные гимны Азербайджанской республики и Объединенных Арабских Эмиратов. Представители государства и правительства Азербайджанской республики были представлены его высочеству шейху Мухаммеду бин Рашиду Аль-Мактуму, а члены делегации Объединенных Арабских Эмиратов президенту Ильхаму Алиеву. Отряд почетного караула под звуки военного марша прошел перед президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов эмиром Дубая его высочеством шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль-Мактумом.